Женская сборная России по гандболу приступила к финальной стадии подготовки к чемпионату мира, который начнется 2 декабря в Бразилии. По традиции, наша команда будет в числе главных претендентов на победу, и о настроениях в команде Евгения Трефилова перед главным стартом года в нашем следующем сюжете. Перед отправлением на чемпионат мира в Бразилию женская сборная России по гандболу принимала у себя в Новогорске гостей. Поговорить с командой приехали Виталий Мутко и председатель Союза гандболистов России Борис Алешин. Виталий Леонтьевич проявил немалый интерес к предстоящему турниру. Сейчас чемпионат показывает? Да, будет транслироваться чемпионат. НТВ Плюс выкупил права. Это НТВ Плюс, значит, никто не увидит. Да, нет. Ну... Торжественный формат тренировки у Евгения Трефилова не означает уменьшение интенсивности работы. Сейчас команда проводит тяжелый микроцикл из 3 тренировок в день, чтобы подойти к чемпионату мира в нужной форме. Соперники по группе достались самые серьезные – Испания, Голландия, Корея. Турнир, который пройдет со 2 по 18 декабря, должен ответить на главный вопрос – будет ли наша сборная на Олимпийских играх 2012 года. Чтобы ответ был положительный, нужно выигрывать чемпионат мира или, попав в шестерку сильнейших, усложнить себе путь в Лондон дополнительным отборочным турниром. Главная новость. На чемпионат мира по решению главного тренера не поедет основной вратарь сборной последних лет – Инна Суслина. Некоторые считают, что это серьезная потеря. Я считаю, что без этого человека очень трудно в сборной, потому что два равнозаменяемых человека – это Сидорова, Суслина. Когда нет Суслина, это уже не та сборная, не тот вратарский состав, грубо говоря. А другие с ними не согласны. Ну, первое, этот игрок должен быть на учебно-тренировочных сборах. Это раз. Это мое мнение, как главного тренера, чтобы я видел игрока. Летний сбор пропущен. Следующий сбор в августе и выезд пропущен на операции. Следующий сбор и так далее. Вот ваши слова, вот за человеком как бы зарезервировано место. Ничего подобного. На сегодняшний день у меня... 3 разных вратаря. Зато ждут в команде Екатерину Андрюшину, которая играет в чемпионате Франции за свой МЕЦ, и Людмилу Паснову, которая проходит курс восстановления в Португалии. Ну а в конце ноября сборная России уже в полном составе поедет на последний подготовительный турнир во Францию, откуда отправится прямо в Бразилию.